Два десятка лет творческий коллектив «Ладушка» радует зрителей своими выступлениями, даря душевные композиции и не оставляя никого равнодушным. Бывших и нынешних участников ансамбля поздравил исполняющий обязанности главы администрации района Ахат Кутлуахметов. Счастье, благополучие нашим артистам под руководством Ежовой Ирины Александровны. Огромное спасибо, которое долгие годы уделяет нашим детям. «Ладушка» — это звездочки нашего района. Поэтому от администрации совета подарок 20 тысяч рублей. Новых музыкальных побед, любви и преданности зрителей коллективу пожелала начальник отдела культуры Светлана Тураева. Она вручила именинникам в подарок ноутбук. «Ладушку» поздравили и совсем юные творческие коллективы Дома культуры. Мы вас очень любим, уважаем. С праздником! Но и второй повод. Это 20-летний юбилей нашего образцового фольклорного ансамбля «Ладушки». В этот вечер напомнить зрителям о прошлом репертуаре ансамбля пришли его первые участники. Вместе со своими семьями и детьми они исполнили музыкальные композиции. Руководитель коллектива Ирина Ежова поблагодарила всех присутствующих за поздравления, подарки и их преданность ансамблю, а также муниципалитет за постоянную поддержку и помощь в развитии народного творчества. И самые искренние слова признательности прозвучали из уст преподавателя, конечно же, по отношению к своим ученикам. Дорогие мои, за терпение, за талант, поклон большой вам. Общение с вами очень мне приятно, и не кривлю при этом я душой. Вы мне даете мудрость и уроки, мы с песней постигаем красоту. Завершился юбилейный вечер выступлением баяниста Артема Уханова. Гость из города Оренбург приехал специально для того, чтобы поздравить ансамбль со знаменательной датой. Ярослав Кондратьев, Игорь Хлопотов, телекомпания «Арис».